До ремонта вокзальной площади жители жаловались на ее плохое состояние. Сейчас новая проблема – не могут разобраться в остановках. Их на кольце появилось очень много. Одни для межмуниципального транспорта, другие для городского. Пока ни одной вывески, на какой остановке ждать своего автобуса или троллейбуса, непонятно. Данный остановочный павильон предназначен для маршрутов муниципальных и межмуниципальных. Значит, в район, который ходит, да? А вот куда мне сейчас, мне выехать надо, в город на 20-ку, где мне вот сесть? Вот на данном остановочном павильоне, да. Спасибо. В ближайшее время на площади появятся информационные указатели, понятные жителям. А пока приходится догадываться, у местных к новой организации движения и самому виду площади есть вопросы. Реконструкции остались довольно не все. Очень плохо. Безобразно плохо. А плохо еще с какой точки зрения? Очень много убрали деревьев. Вот я выхожу обычно оттуда, потому что я живу на Калининой, мне удобнее оттуда выходить. Просто такой ветер стоит, которого раньше, когда были деревья здесь посаженные, была зеленая зона, такого раньше не было. Вот вы сами стоите, наверное, чувствуете, что просто продувает насквозь. В прошлом году исследования в Иванове проводили специалисты Института автомобильного транспорта. И новое расположение потоков на ЖД вокзале, их рекомендация по оптимизации. Появились две зоны для парковки – общественного транспорта, личных авто и такси. Действительно, площадь разделилась в результате проведенных работ на зоны. У нас организовано отдельное пространство для муниципального и межмуниципального маршрутов, а также для маршрутов, работающих в пригородном направлении. Изменения коснулись и оборудования новых остановочных пунктов для обеспечения безопасной посадки и высадки пассажиров. Появилось новое разворотное кольцо для электрического транспорта. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.